Новый корпус лицея номер 130 в Академгородке готов на 95%. К 1 августа строители должны закончить работы внутри здания и начать благоустройство пришкольной территории. Несмотря на то, что срок сдачи конец 2020 года, с 1 сентября школьники начнут учиться уже в новом здании. Чем оно уникально, выяснила Елена Богатырева. По школе разносится звук строительного инструмента, кое-где висят провода и кругом лежит пыль. Но уже через месяц строители готовы уступить свое место учителям, чтобы те могли подготовиться к 1 сентября. Чтобы дети не заблудились в новом пространстве в первый учебный день, для них разработают подробную навигацию. Холл без потолочного перекрытия и окна в крыше классов верхних этажей. Такого в новосибирских школах еще не было. Архитектурные решения рождают ощущение большого пространства и простора. В целом геометрия она непривычная, вот линейная, прямая, как это в стандартных проектах школьных. А здесь вот много очень таких закруглений, радиусов. С одной стороны, это хорошо, но с другой стороны, при строительстве, конечно, здесь были определенные сложности. Но справились с этими сложностями. Мебель уже установили, оборудование готово. Если раньше кабинет делили два класса, теперь каждый получит свой отдельный и раздевалку. Здесь можно будет хранить сменную обувь и спортивную форму. Это на самом деле махина, то есть не какая-то не пристройка, это большой многофункциональный корпус. Я думаю, что образовательный процесс станет более спокойным, содержательным, предсказуемым и результативным. Оснащение лабораторий по химии, биологии, физике, информатике и другим наукам – это десятки миллионов рублей вложений в будущее. Старшеклассники уже за школьными партами смогут приблизиться к университетскому уровню. Поставим ПЦР-амплификаторы. Мы будем выделять ДНК, то, что как бы в школьной программе исключительно по учебнику проходит. И дети смогут все это сделать ручками. То есть они могут взять объект, выделить из него ДНК, увидеть вот оно, понять, как это работает. А эмпирический опыт – это всегда намного более глубокое погружение в знания, чем просто теория. Отдельное место занимает бассейн. В сточных каналах стоит вода. На днях чаша проходила гидравлические испытания. Когда они закончатся, ее начнут выкладывать кафелем. Изменится все пространство вокруг нового здания лицея. В школьном дворе будет хоккейная коробка. Отремонтируют и подъездные дороги. Восстановят тротуар, сделают парковочные карманы. Елена Богатырева, Денис Савинский, Новосибирские новости. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.